Еще раз всем привет. Так, вот разрезали Google TX. Ну, это не Google TX, он даже необъяснимо. Ну, не мог он, блин, переопылиться, конечно. Мог, но не мог. Это всего два или три, по-моему, два или три перчика всего дал в прошлом сезоне. Один куст, второй вообще ничего не дал. Да, сейчас укусим и расскажем. Хрустит. Это уже хорошо. Да, такой специфический привкус. Какие-то специи. Остренький. Как обычно. При том, что аромат у них примерно одинаковый. Вот кто-то ярко из них сильно пахнет. Нет, они все примерно одинаково пахнут. Тоже удивительно, да? Еще бразильца попробовать. Шоколадного. Пауза. Так, продолжаем. Сейчас будем пробовать бразильца. Ну, как бы бразилец. Блин, ты смотри-ка. Ну, дает одной рукой. Он выражает. Ну, вроде... О, отрезал. Блин, показать-то. Капсаицин блестит. Очень круто. Так. Что же у нас за бразильский призрак? Около 800 тысяч, по-моему, да? Вот точно не помню, сколько он. Вкус отличается, запах одинаковый, аромат. По вкусу. Ничего обычного. Просто перец. Жжет. Ну, как бы так, ничего. Сегодня была шоколадная дегустация. Джавш коричневый, хабанеро шоколадный. Фаталь коричневый. Дугла TX, свои семена. И бразильский призрак шоколадный. Ну так, все, заходите, подписывайтесь, дальше будет интересней.